Минимум зрителей, максимум участников. Именно этот принцип положили организаторы в основу одного из самых зрелищных спортивных событий года. В субботу на главной городской арене, стадионе «Текстильщик», ивановцы отметили День физкультурника. Пригласили все федерации, которые готовы сегодня поделиться своим опытом, провести тренировки, показать мастер-классы, сделать презентацию своих интересных элементов. И вы видите, что сегодня места, в принципе, здесь достаточно. Количество федераций, которые показывают свое мастерство и свои результаты, просто поражают своим многообразием и интересом. Атлеты, баскетболисты, гимнастки, представители разных федераций единоборств. Выбирай, что нравится, и наслаждайся зрелищем. Или сам прими участие. Можно, например, сдать нормы ГТО. Стыдно не верить в себя и свои силы, когда вокруг столько чемпионов. Юрий Варваров сдает нормативы впервые. Цель – к концу этого года стать обладателем заветного значка. Здесь такая поддержка, столько людей, и погода хорошая удалась. Вообще замечательно, на самом деле. Проверить свои силы, посмотреть на других ребят. Очень здорово. Чемпион России может быть и хвостатым. На этой площадке показательное выступление по кинологическому спорту. Лига собак очень активная. На европейских соревнованиях именно ее неукротимая энергетика помешала победить. Характер у нее довольно-таки бешеный. Она не сидит на месте, у нее все время какое-то бешенство наступает, особенно когда она бежит. Она прям вот вообще мощная, очень быстро бегает. Мне нравится. На старте пара спортсмены. Заезды на колясках. Кому-то может показаться, что это просто. Но вдуматься только, насколько сильными должны быть руки и воля к победе. Крутишь колеса руками, ноги совершенно не работают в этот момент. И причем участвуют мышцы все, и подплечевые, и суставы, и руки, и кисти особенно. Не остались в стороне от большого городского праздника и финалистки конкурса «Ивановская красавица». Девушки подготовили показательное выступление и попробовали себя в сдаче нормативов ГТО. По итогам будет определена победительница в номинации «Мисс Спорт». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.